Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Белавива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Вашему вниманию сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед под американской торговой марки Cannondale. Модель называется Trail. Серия этого велосипеда 2. Trail 2. Данный велосипед имеет размер колеса 27,5 дюймов, раму алюминиевую, гидравлическую систему тормозов и вилку воздушную. Ну, более детально хочется следующее сказать. Покрышка с ярко выраженным грубым протектором, что комфортно будет ездить по пересеченной местности. Шипы будут устойчиво держать велосипедиста. Обода здесь двойные, которые имеют возможность сразу сюда устанавливать бескамерную систему покрышки. Передняя втулка здесь имеет пустотелую ось, что легче делает узел самой втулки. Это не простой эксцентрик, а уже эксцентрик на ось пустотелую. Вилка имеет трехуровневую регулировку. Имеется регулировка отскока черепашка-зайчик. Есть блокировка хода сама. Это включение-выключение амортизации. И воздушная камера. Тем самым можно сказать, что это вилка. С одной стороны воздушная камера, с другой стороны эластичный демпфер. Масляно-эластичный. Вилка тем самым регулируется легко под вес велосипедиста, что указано в градации на самой вилке. Под вес подбирается давление в самой вилке. Рулевая здесь полуинтегрированная с конусным штоком. Снизу стоит более толстый, большой подшипник, снизу поменьше. Это надежность и жесткость самого узла. Руль здесь очень широкий. Широкий руль делает комфортным езду по пересеченной местности. Тормозная система от Shimano, монетки под два пальца, как мы видим, комфорт и качество. Здесь классные замки, что делает тормозные ручки очень легкими. Рама сама по себе легкая, алюминиевая, комфортная, и все тросики спрятаны в раму, как мы видим. Это делает велосипед более обтекаемым. Вилка, шатун здесь идет, как мы видим, с одной звездой, и здесь стоит внутриполые подшипники в вале каретки. Вал каретки с вынесенными подшипниками наружу, Халатек называется. Задний переключатель от торговой марки Shimano XT с регулировкой. Можно включать и выключать ход самого самого заднего переключателя. Это для езды по горам. Включая блокировку, тем самым у вас невозможна сама вибрация самого переключателя. Но это некомфортно при переключении. Так что вот так, выключив, легко будет работать сам переключатель. Сзади стоит, конечно, большая звезда, как мы видим. Некоторые называют сковородка. Ну, большая, классная, легко выезжать на крутые горки. Спицы здесь идут из нержавеющей стали. Обода здесь идут 160, ротор идет впереди, сзади 160 мм. Это стандартные шимановские ротора. Ну и вилка имеет очень классную задние перья, которые вибрацию снимают, тем самым комфортно ездить. Когда велосипедист, попадая в яму, немного вибрирует заднее перо, тем самым сбрасывается вибрация на вашем на ходу, то есть у велосипеда уменьшается вибрация. Также есть специальное отверстие под багажник, что делает возможным из горного велосипеда сделать дорожным. Ну и стоит еще отметить, что у велосипеда идут автомобильный ниппель. Ну, для велосипеда с большим давлением всегда лучше, когда такой велосипедный ниппель с тонким ниппелем, французский называется. Это легко держит высокое давление. Ну, как мы видим, велосипед с системой 1 на 11 делает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, как мы видим. 11-звездная задняя кассета делает вам комфортную езду по прямой пересеченной местности. Если вас заинтересовало данное видео, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин на бульваре Перова. Если вас заинтересовал наш видеообзор, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Гарантируем вам постоянные скидки. До скорой встречи!